Всем привет! Мы продолжаем проходить игру Черепашки-ниндзя. И в этом эпизоде мы будем проходить второй уровень. Учитель, я горжусь, что смог достать этот медальон. А я горжусь тобой, Леонардо. Но приключения, выпавшие тебе на пути домой, заставили меня еще больше гордиться всеми вами. Это правда? Да. Мы же чуть не разрушили семью. Иногда, Рафаэль, неприятности необходимы, чтобы сплотить семью. И воспоминания о тех трудностях тоже очень полезны. Донателло, Микеланджело, почему бы всем вам, четверым, не рассказать мне историю этого шлема, чтобы вы сами увидели, насколько повзрослели. Отлично! Я обожаю эту историю! Это потому, что ты всегда был фанатом Ночного Стража, Мик! А почему бы и нет, дружище? Этот Ночной Страж был очень крутым. Он, конечно, волк-одиночка и все такое, но заметь, что в одиночку он уничтожал целые банды. Никто ничего не знал о Ночном Страже. Он просто возник из ниоткуда в один прекрасный день. Как обычный супергерой возникает в обычный прекрасный день. Ну так вот, значит, отлично. Если ты не можешь сделать, уже бой, лол, так быстро. Лучшим выходом будет направлять ее в бой. Моя злость питает мою ярость. Тихо. А ярость делает меня сильнее. Поэтому чем больше я бью этим... Моя злость питает мою ярость. Можно вопрос? По-моему, мне казалось, злость и ярость — это синонимы. Так вот, что я хотел сказать. То, что предыдущий уровень я прошел за 8 минут. Этот эпизод... Ой, блин, этот уровень я пройду. Господи, ставки, этот уровень я пройду. Отлично. Кажется, что он всегда появлялся в худших кварталах города. А давайте допустим, что этот уровень я пройду за 9 минут. Атакуя, я поражаю нескольких врагов одним резким ударом. Атакуя. Так. Два удара! Два удара! Ты серьезно? Два удара? Вы лохи, пацаны. Два удара. Раз. Вот я тебя один раз уже бил. Ладно. А, это скунт, потому что... Два удара! Винтер говорит, всегда есть правильное время для удара. Поэтому дай волю разрушительному удару. О, этих уже подольше. Вон, смотри, того парня 4 раза ударил, он до сих пор ждал. Ох ты, говню. Эу, я их помню! Эу, я их помню! Если... Они, короче, разбегаются так и бьют. Короче, как говноеды последние. Отлично. Вот так вот! О, щет. Фок е. Ниндзя! Для победы все средства хороши. Не? Никто ничего не слышал о нем. Так что ему пришлось завоевывать себе репутацию. Блин, чувак, Майки, это все супергерои. Возьми, блин, хотя бы, я не знаю, там какой-нибудь. Да, я понял. Так, вот так. Возьми там Человека-паука. Он вообще всю жизнь зарабатывает себе репутацию. Да дальше. Всю жизнь он делает хорошие вещички, а Джон Джеймсон его поливает говном. Куда идти дальше, Эл? Может... Вниз? Лучший способ защиты — уклоняться от вражеских атак. Это всегда повышает шансы на победу. Вот этого парня сначала. Ах ты засрань! Все, рестарт. Рестарт. Никто ничего не знал о Ночном Страже. Я такой тупой, зачем я это сделал? В один прекрасный день. Это... Зачем я это сделал? Если ты не можешь сдерживать свою силу, ладно, то лучшим выходом будет направлять ее. Два удара. Два удара. Питает мою ярость, а ярость делает меня сильнее. Поэтому чем больше я бью этих парней, тем злее становлюсь, понимаешь? Нет ярости, нет силы, брат. Ниндзя! А почему жетончики до сих пор вкладывают? Кажется, что он всегда появлялся... Чё, и теперь каждый раз, когда меня будут бить, я буду перезагружать уровень? Не-не-не, не годится. Это был первый и последний раз, понял?
Я поражаю нескольких врагов одним резким ударом, чтобы дезориентировать... Атакуя, ты поражаешь врага, блин, двумя ударами. Как самый последний читак. Вот ты, Джонни! Отлично! Сплинтер говорит, всегда есть правильное время для удара. Поэтому дай волю разрушительному удару. Вот этих парней надо ронять, а потом мочить их. О, я гений! Я гений! На! Вонючка! Так, тихо. Тихо. На С уклонят. Эй! Ну вот, во времени битвы нельзя. Для победы все средства хороши. Победы все средства хороши. Нет! Для победы... Читы плохи для победы. Нельзя читы использовать. Отлично. А новый мультик про... Лучший способ защиты от вражеских атак. Это ну всегда все. Повышает шансы на победу. Так, тихо. А, во как. И. Так, ты, да, ты. Да нет, ты. Да, ну ты кто? Отлично. Так, ты. Вот понючка. Кнопочки, они вообще неудобно прям расставлены. Z, X, C. Вонючие недоумки. Ну, блин, у меня только ярость начала... А, не, ее надо... Он всегда побеждал, поэтому со временем преступники стали бояться его. Уклон от удара, сопровождающийся отка... Ой, спасибо, я уже научился. Если я говорю все, то это означает, что я противников и мокрого места не оставил. Вот именно, кстати, мокрого места не оставил. Они все дезинтегрируют. Вот а? Ну да. Я блокирнул, пацаны, я... Два удара уже? Нет. Отлично. Ну все, пацаны, вы сейчас испытаете мою ярость. О, да? Не испытает мою ярость. Черт. Ну елки-палки же. И все. Только он никогда не блистал. Я теперь не ниндзя, я теперь отлично. Да нет же. Он дрался в жарких местах, где было недоумно в беседе. Тихо. Во. Прыгай. Прыгай. Молодец. Сюда. Просто такой Лично. Коридор. Ну ничего, я видел... Еще круче коридора, чем этот. Было бы здорово, если бы все ладили друг с другом. Была бы замечательно. Ну и все такое. Но мир не идеален. Ночной страж побеждал плохих парней по их правилам. Я вот давно смотрел мультик. Прям очень давно. И неужели там реально так вот все? Там вот этот. Ночной страж, там он реально был такой прям стереотип стереотипом. Вот и Джонни! Говнюк! Не смей! Меня! Бей! Ночного-то! Стража! Он придет к тебе домой и убьет твою собаку! Отлично! Я вместо этого помню. Я могу лизать по стенам с помощью Сай, используя защитную. Полгода здесь таскаться наверх. Говорю же, что будет хорошей идеей. А! Почему я помню, что это было как полгода? Потому что у меня и тогда игра лагала, и это казалось как полгода, правильно? Правильно. Логично, логично. Альт! Альт! В клочья! Блин, с одним ударом это не весело. Просто комбо. И скоро все уличные головорезы стали его бояться. Может и так, Мик, но преступления Мик. Не прекращались. Преступления есть и будут, но ночной страж предотвратил многие из них. Убил много пурпурных игроков. Предотвратил много преступлений. На, по башке! Два удара! Отлично.
чем они думали? Не знаю, там... Добавили бы им чуть сильного там какого-нибудь оружия. Ну, я не знаю, чтобы хоть что-нибудь... Ну, не два удара. Ну, ладно, эти хоть пять ударов. Ну, или сколько, дайте посчитать. Ладно, это уже плохая жертва. Я его побил пару раз. Тебя еще... Тебя тоже бил, блин. Ты говнюк! Ночной страж знал свое дело. Это точно. Но подумайте, он ведь всегда работал в одиночку. И у него было столько врагов. Сколько времени может протянуть одиночка? У него броня. Не может... знаю, Лео, сколько протянет такой одиночка, как ночной страж. Но я точно знаю, что этого парня еще... Меня отобрали управление. А, да? Прикольно. Ай, блин, вот не угадал. Что ж ты будешь делать? Что? Где? Ей, обзор. А где еще один? Обидно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, если ждет новых видео. Такими темпами я эту игру пройду сейчас одним махом и буду выкладывать это в течение недели. Я планировал по одному в день, но если каждый уровень будет по 7 минут, то... Ладно, всем пока! Знаете, кубик льда, отчиллаутнись немножко. Откуда вы тут все так много? Нате, короче, контратакнись немножечко. А теперь на охладе траханье! Говноед! 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 Да задолба ты уже! Да блин, говноед! Да почему я не успел выстрелить? Блин, я... Твою мать, я была плакать!